Визит депутата Государственной Думы Михаила Терентьева в Видное в рамках региональной недели уже стал привычным делом для народного избранника. На каждый прием к нему приезжают люди не только из городов Московской области, но и из соседних регионов. Как говорит губернатор Московской области, власть должна быть чуткая на различных уровнях власти. Если где-то происходит сбой, то у гражданина всегда есть возможность обратиться к депутатам различного уровня и найти решение, понимание своих проблем. Михаил Терентьев выступил перед всеми записавшимися на прием и рассказал о проделанной за 5 лет депутатской работе по вопросам улучшения качества жизни инвалидов и раздал информационные брошюры. В сфере ответственности были вопросы, связанные в основном с доступной средой, с защитой прав людей с инвалидностью, связанные с обеспечением техническими средствами реабилитации. Очень плотно работаем с правительством по совершенствованию медико-социальной экспертизы. Затем депутат в личной беседе выслушал проблемы каждого. Приехавший из Тверской области предприниматель Марина Леонович и председатель Тверской областной общественной организации инвалидов-колясочников Андрей Увиков попросили оказать содействие в открытии в их городе центра для маломобильных граждан по ремонту и прокату технических средств реабилитации. Такого в Твери никогда не было. И вообще подобных вещей. Марина Леонович, она социальный предприниматель номер один в нашем городе, то есть первый человек, который получил этот статус. Не так давно этот статус стали давать. Вот она самый первый человек, который, во-первых, работает давно волонтером, да, уже около 20 лет. И большой опыт в этом имеет, но вот такие дела мы еще вместе не совершали. Народный избранник попросил подготовить презентацию этого проекта и пообещал помочь договориться о поддержке данной инициативы профильными предприятиями. В этот раз на прием к Михаилу Терентьеву записались люди по самым разным социальным проблемам. Депутат взял на личный контроль все вопросы и будет работать над их решением. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.